У вас хватит денег только на небольшую ферму. Для начала вам нужен участок, несколько построек, инструменты. Продавайте продукцию, расширяйте ферму. Это высокий уровень сложности, всего 500 тысяч в наличии. Что нужно сделать? Нужно купить участок. Раньше мы покупали поля, теперь мы покупаем участки. Нажимаем участки. Ревенпорт карта. Базовый участок 362, да? 202, 280, 147, 227 тысяч. В участок, как видите, входит не только поле, но и окрестности. Есть участки, на которых полей вообще нет. Зачем же их покупать, да? А покупать их приходится и придется затем, что в отличие от предыдущей игры теперь ничейной земли нет вовсе. То есть, если раньше мы должны были покупать поля для того, чтобы что-то на них выращивать, окосить траву, можно было где угодно, да, на любых свободных участках, или рубить деревья можно было где угодно. Теперь нет. Теперь, чтобы срубить дерево, или скосить траву, или еще что-то, да, такое сделать, что-то построить, нужно купить участок. Потому что если у вас участка нет, а вы купили бензопилу и подойдете к дереву, нет доступа к этому участку, видите вы. Все. Халявные лесозаготовки закончились. Теперь нужно сесть, купить машину, наверное. Ну или бегать пешком долго-долго. Бегать по карте. Искать, где же много леса. Вот, наверное, там, где написано западный зерновой элеватор. Да, вот где-то здесь, наверное, много леса. Должно быть. Кстати, вот эти элеваторы, они нужны для того, что если у вас фермы нет и собственных элеваторов нет, то вы можете косить, собирать зерно и вот на этих элеваторах выгружать. Да, вот не очень густо, но есть какой-то лес. Какой-то лес есть. Но чтобы его вырубить, нужно купить участок. Нет доступа к этому участку. Вот такая вот тема про участки. Всем спасибо. До встречи.